На территории города регулярно проводятся спортивно-массовые, культурные и благотворительные мероприятия, приуроченные к различным значимым событиям и праздникам на базе образовательных и спортивных учреждений. Так, в стенах гимназии номер 2 состоялся турнир по волейболу среди девушек, приуроченный к Международному женскому дню, участие в котором приняли 8 команд – Хасавюрта, Махачкалы и ближайших районов. В любые праздники мы проводим турниры и мероприятия. Сейчас первая игра немножко Махачкала слабее нас, потому что мы сильнее. Но вторая команда у нас сильная. Но подбор игроков здесь, подбор команд, да, они довольно-таки хорошего уровня. Значит, пока еще начало, они волнуются. Спортивные состязания, мастер-классы, встречи и беседы со спортсменами разного направления и уровней, проводимые в городе, для подрастающего поколения прежде всего приносят не только пользу в физическом развитии, становлении личностных качеств, но и являются определенным стимулом в достижении успешных результатов, отметили инициаторы футбольного матча среди юниоров, который состоялся на стадионе имени Муртазалиева. Участие приняли воспитанники спортшколы имени Шамиля Умарханова и сборные Новолакского и Хасавюртовского районов. Мы решили привлечь к этому турниру, охватить как можно большее количество детей и посмотреть, если в их командах приглашенных будут перспективные футболисты, целью пригласить их в наши команды. Кроме того, в городе был проведен еще один спортивный праздник под названием «Весенняя стрела», носивший прежде всего благотворительный характер. Мероприятие организовано для детей-сирот и малоимущих семей объединением спортивных клубов «ОВАД» при поддержке отдела по делам молодежи. Начальник отдела опеки и попечительства Светлана Черевханова поблагодарила инициаторов мероприятия, отметив, что для детей такого рода события оставляют массу ярких впечатлений на долгие годы. Детки наши подошли, вы видите, наверное, у них прекрасное настроение. Они общаются здесь, они пытаются чему-то здесь научиться. Уже кто-то заинтересовался, значит, стрельбой из лука. Кто-то вот нашел себя, как говорится, в игре в настольный теннис. Поэтому огромное спасибо всем, кто сегодня принял участие. Я думаю, что мы будем в дальнейшем сотрудничать, и наши дети будут часто приходить сюда. Развитию и популяризации спорта руководство города уделяет повышенное внимание. Создаются все необходимые благоприятные условия, где молодежь пробует свои силы и умения в спортивных состязаниях. Вика Сулейманова, Тагиб Магомеднабиев, Самат Гакаев. Информационная программа «Пульс».